Всем привет, друзья, на канале Жор ТВ. Сегодня мы будем снимать видео с Барсиком. Ну, или видео про Барсика. А сегодня я вам покажу, вот, ну, смотрите, короче, вот, ну, я вам скажу такую историю, вы не поверите. Смотрите, короче, это наш домик. Ну, ну вот смотрите, ну, скажите, почему подоконник? Ну, потому что, посмотрите, как красиво. Еще вид такой прикольненький. Извините, друзья, что я написала на островах. Что язык высунул? На островах, извините. Не ставьте, пожалуйста, дизлайк. Я в следующий раз исправлю. Хорошо? Дальше мы посмотрим, чем похоже. Ну, тут это наш домик. Вот тут. Ну. Вот смотрите, вот тут вот. Вот. Кстати, смотрите, я вам сейчас покажу. А, мне прям не терпится. Вам сказать еще тут. Смотрите. Вот представьте, я уронила. Ого, без собаки. Правда, не видите? Там белая. К нашим воротам подходят. Эй, соседская собака и собака. А что вы подходите к нашему? Ну, короче, к зеленым воротам, это там мой дом. И смотрите, я такая играла, чуть-чуть тут сетка была. Я чуть-чуть вот так вот, что чуть-чуть подранила, потом так выбросила, и бу! Она туда улетела. И бегом за ворота. Что происходит, никто не понял. Я сразу в сорняки и, ну, короче, вот. Как-то так. А вот тут вот, ну, у меня, знаете, какая проблема? У меня нет пластилина, его мало. Это моя настоящая проблема. Смотрите, тут много всего слепили. Ладно, Барс, на, пойдешь за ножницем. А Барсик очень любит тут время проводить. Вот, вот, смотрите. Ну, правда, вы не видите меня. Ну, Барсиан, я не знала, как слепить. Ну, сравните. Чиз. Одно лицо. Ну, как всегда, я за столом смотрю мой канал. Ну, я не мой канал смотрю, про Валерку, это небо, там типа написано, это небо. Ну, как всегда, я ем свою любимую картошку, чаек попиваю, люблю. Вот мышечка моя, вы ее видели. Вот игрушки Барсика. Ну, в общем, поняли, вот наши миски. Вот и Китикэт, или Феликс мы всегда покупаем. Блин. Верните, пожалуйста, туда. Ой. Ой-ой-ой. Ай. Ну, по-моему, так и было все. Как-нибудь. Вот лепила тоже, тоже. Чтобы декор наливать. Ну, правда, миска не белая, а прозрачная. Ну, у меня нет прозрачного. У нас блокнотик, вот жвачка последняя, вот фантики. Ну, это может быть, ну, что-то каждый день делаем. Барсишек прямо не радуется. Это вода обычная, вы не думайте. Вода обычная, вот смотрите. Просто у меня закончился еще сок, я не знаю, сколько дней назад. Я воду решила налить. Видите, это вода обычная. А вы что подумали, сок? А сейчас. Я бы уже его весь выпила. Только у меня его нету. Видите, что я вот так на телефон делаю, потому что я там что-то закрываю или открываю, наоборот. Ну, я с камеры что никак не перетащу. Ну, как я бы... Нам с Барсианом вообще нравится. Нам вообще с Барсианом нравится. Тут у нас еще игрушки такие вот тут вот есть. А давайте я вам покажу, какой у нас край, смотрите. Вот смотрите, видите? Ой, у нас она прозрачная миска. Видите, она у нас прозрачная. И вот это вот, я тоже хотела слепить вот это. Ладно, пошли дальше на подоконник. Ну, какая-то машина проехала. Ну, вот с Барсишком домик вот такой вот. Опять. Что там собаки эти где около наших ворот?
Так, Барсик, ты не выпрыгивай. Потом я тебя буду по сорнякам искать. Вот, зайдет. Да. Хотя мы клубы такой. Барсик, ты на кого вообще смотришь? Так. Барсик. Так, у меня есть идея. Ой. Я сейчас вам покажу. Вот, ой. Сейчас. Вот такой вот я сделал. О, Барсик, все, ты ушел. Короче, Барсик уходит. Да я умею, кто там кого зовет. Не знаю. Ну, смотрите. У нас это все наши животные, которых мы оставляли, потом отдавали. Я это всех написала. А, сейчас надо приклеить. Ё-моё. Блин, надо еще листочек. Нам еще надо сделать тут офигенный ремонт. Я так поняла. Окна еще нам надо мыть. Еще нам надо это от пыли стирать листочки, дом хорошить. Здорово. А я вам скорее потом клею. Я вчера такой маленький ремончик сделала. Да ё-моё, кто там кого зовет? Деревянная пятиэтажка. Не пятиэтажка, а двухэтажка. Деревянная двухэтажка, вот. Ну, он тут все подтверждает. Почему я так вот не повезло, что у Саянская, улица Саянская, 11. Ну, Саянская нет. Ну, вы не видите, блин, жалко. Если кто-то смотрит на телефон, а нет, это грязь фотку. Я могу вам отправить фоточку, сами почитайте. Ну, не могу я выйти туда и пока смотреть. Пенопласт. Ой, господи. Так, ну что вам еще тут показывают? Это наш дом, ну все. Только вот такие красивенькие. А, и вот там, о, собака. Не подходит к нашим воротам. К нашим воротам подходит. Так, ладно, друзья, мне сейчас прощаться. Мне еще надо ремонтик маленький делать. Так что ничего не знаю. Пока я так и сам буду чуть-чуть погуляю. Ну, а пока всем пока-пока. У меня на канале Жора.